программу были включены произведения классиков Римского, Корсакова, Крылатова, Тухманова. Романсы Чайковского и Алябьева вызвали восторг слушателей, а роман соцвели хризантемы Николая Харита вторили хором. Елена Жданова обладает не только удивительным сопрано, но и даром чтеца. Она сопроводила свои выступления чтением стихотворения о любви, природе, о жизни. Слушатели отвечали каждому исполненному произведению горячими аплодисментами. Мне было очень приятно здесь присутствовать. Публика была просто удивительная сегодня, очень теплая атмосфера. Встреча сопровождалась красочной презентацией, иллюстрирующей тематику песен, которая была подготовлена сотрудниками библиотеки. Зрители смогли задать Елене вопросы и получили в подарок диски с записями песен в ее исполнении. Хочется, конечно, слова благодарности сказать прекрасной исполнительнице Елене Викторовне Ждановой. В общем-то, я впервые услышала ее, и настолько она меня покорила. Вот знаете, просто до слез. Я очень рад, что на нашей кубанской земле есть такой самородок. Елена Викторовна своей красотой и талантом просто покоряет своих слушателей. Все присутствовавшие на творческом вечере просили чаще выступать в Анапе с концертами.